Сегодня мы расскажем о знаковой модели от бренда Nessa Селена. Это Мария, знакомьтесь, наша давнишняя клиентка еще с Горького 1620. Маш, ты носишь очень много комплектов нашего белья. Один из любимых вот эта модель. Да. Как в красном она тебе? В красном комфортно. Ну, мне вообще абсолютно одинаково, что в бежевом. У меня дома бежевый. Здесь я сейчас померила красный, потому что я хочу себе красный, в общем-то. Вот такой бежевый на каждый день. И не знаю, для меня это очень удобно. То есть на каждый день это одна из самых удобных моделей у меня. У меня вот Panache Envy очень удобен, и этот очень удобен. Чем удобно? Хорошее покрытие, не очень глубоко, не очень низко, да, как ты сейчас пришла. Да, в принципе, очень удобно, и мне не давит, мне не жмет. Сейчас объясню, почему удобно. Мне прям такие очень комфортно сзади. Я могу согнуться, разогнуться, потянуться. Ну, то есть я могу делать абсолютно любые как бы нагрузки и, в принципе, себя чувствовать комфортно. Почему удобно? Здесь очень хорошая лекала вообще бюстгальтера. Подходит на очень многие типы груди. У тебя стандартная, красивая, близко посаженная грудь. Объясняю, повторяю, близко посаженная, когда мы близко расположена грудь и пальчик сюда практически не можно просовывать. Почему удобная? Ну, так создали ее производители. Широкая косточка позволяет хорошо обогнуть и не давить. То есть она максимально идеально подходит под ширину груди. Поэтому удобная. Здесь тоже очень комфортный вырез. То есть это не глубоко достаточно и не низко, когда у нас ушки выпячивают. Поэтому этим создается комфорт. Плюс я считаю, что тут не тонкая, достаточно широкая бретель. Широкая бретель, да, на бретель у нас приходится на бретели 15-20% нагрузки. Остальное мы сажаем по всем законам подбора профессионального на пояс. Но здесь комфортная бретель тоже мягкая. Ну вот, полностью регулируемая. И самое главное, самое важное в поясе от Nessa, такого хорошего, добротного пояса мало где можно поискать. Несколько, как говорится, брендов. Вот. А это дает хорошую посадку пояса. Пояс не растягивается при правильной стирке и служит долго. Порядка 8 комплектов. Спорт, Envy, там я уже не помню. Домашний у меня есть, бескосточковый. Потом вот красный Envy, Panache. Вот Киркейт, по-моему. Недавно был куплен бежевый, базовый. Вообще отдельная любовь. Ну, то есть он... Вот этот бежевый? Нет, этот бежевый у меня куплен 2 года назад. То есть моему бежевому 2 года, и он в идеальном у меня состоянии. Но я стираю только все вручную. То есть... Стирать это отдельно кожа. Да, стирать это всегда вручную. В общем, к вопросу о качестве белья и о правильной посадке. Да, это белье не из масс-маркета, но такие, как Мария, тоже не из списка Forbes, к счастью. Вот, вы просто, когда на самом деле просчитаете, включите в себе математику и поймете, что лучше купить 2 правильных бюстгальтера по 5-6 тысяч, либо там, я не знаю, один, наверное, 2 в год даже достаточно, чем покупать неправильной посадки, не того качества, с быстрорастяжимым поясом, обычный масс-маркетовской, ну, главное не уходить в такую дешевую Китай, да, который, да, на большой груди это вообще просто преступление. Ну вот, это все говорит о том, что Маша вообще инженер, она умеет правильно расходовать деньги. В этом-то весь вопрос. Мы как-то считали, что вот мой первый Envy, он обошелся там меньше 100 рублей на месяц. Вот. Меньше 100 рублей на месяц. 2,5 года, наконец, Envy у тебя вышел из строя, но ты как от любви к брафитингу не выбрасываешь. 2,5 года, где служил первый бюстгальтер, но я не думаю, что у тебя тогда, то есть ты его очень часто носила. Ну, я его, во-первых, часто носила, я его практически не меняла, это был мой единственный, потому что... Какой-то период. Да, пила самый первый, то все остальные просто они выкинулись, их просто не стало. Ну вот, дома, вот невозможно все объяснить, лучше один раз попробовать. Да. Я думаю, все. Это слышно.